Всем привет! Ну что, сегодня у нас будет обзорчик на очередного моего героя, которого вы, в принципе, видели в предыдущем видео про Бигфута, где я слил талантик и прокачал вот такого вот Бигфута с каменкой. В принципе, у меня на китайке такой же Бигфут есть, и он довольно-таки неплохой. Вот такая вот у нас сборочка, максимальная 12-12, в течение 5 секунд наносит общий урон, равный 260 атаки, замораживает, имеет иммунитет, когда активирован его навык к оглушению и страху на 5 секунд, кулдаун 6,5. Также самое основное, он восстанавливает здоровье, равное 200% от атаки, кулдаун 0,2 секунды. На нем у нас будет стоять каменка. Последнее время у меня был и с бастионом, и также с богом войны. Честно говоря, они мне не понравились, очень быстро сливаются, очень, причем хоть они и кайфовые по дамагу, но они не выживают, а это самое главное на сегодня у нас. Поэтому я решил прокачать с каменкой, потестировать. Каменка сама по себе дает снижение получаемого урона на 60%. Также у нас будет стоять медалька, еще снижает урон на 20%. Также имеет при атаке шанс снизить урон цели на 30% на 3 секунды. То есть это очень-очень-очень неплохо, вот такая вот сборочка. Давайте сюда еще поставим ангела, который будет еще максимально уменьшать. И рунами сейчас поставим еще огненную защиту. Сейчас я только найду. То есть мы соберем максимальную сборку для понижения урона. Где-то огненная защита. Все, что хочешь, есть, а огненки нет. Вот она. Так, сюда поставим исцеление, пусть пока будет с теста тыковки. Так, ставим еще вот так вот. Еще 20% отражения наносимого нам урона. То есть, по сути, это максимальная сборка на деф. В снаряге у нас стоит доспех, он увеличивает здоровье на 25%, также наносит урон вокруг героя, равный 100% от атаки в секунду. Со звездями у меня стоит такая вот сборка, уклонение плюс крит удар. Но, возможно, я буду ее тоже переделывать, посмотрим в дальнейшем, что будет. Ну, давайте выпустим кекс ДВ. Вот видите, вокруг него работает сейчас доспех Фрея. Раз, два, три, четыре, пять. То есть уже получше, потому что все предыдущие бигфуты, которые у меня были, они очень быстро от Фрейи дохнут. Тут хотя бы есть шанс того, что он под хилом простоит намного дольше. Сейчас мы запустим сюда, посмотрим. Так, хранитель. Вот под разгоном тыквы, конечно, нас поимели жестко. Так, где-то кого-то найти такого интересного. Давайте попробуем к стрелку забраться. Вот заборчик подломали. Смотрим. Вот он против стрелка один на один. Как видите, вертолетики его заряжают. И смотрите внимательно на урон. То есть у него жизнь вообще не проседает. Против нас стрелок и башни. Сейчас, если мы стрелка сможем заморозить, в принципе, то все, до свидания, стрелок. Мы доспехом, в принципе, должны сейчас стрелка унизить. Если брать же бавашного, у него урона, конечно, немерено. Но по поводу дефа там все очень печально. Даже пиромах есть. Ну, все, заморозили. Сейчас должны стрелка слить. То есть такая сборка есть более универсальная для PvP режимов. Та же самая ЗБ, та же самая атака фортов. Он не убьется вас об отражении. Это самое главное. У него урона не будет настолько много, как, допустим, БВшка либо Баст. И у него будет офигенный деф, что ему, в принципе, надо, потому что он, скажем так, танк.
То есть он даже не может нам две пятых снести от жизни, стрелок. Причем стрелок еще и понижает отхил. Смотрим дальше. Давай, добивай уже его. Ну, включайся. Видите, тоже у него забор энергии. Вот это тоже одна из проблем. В принципе, справились. Смотрим дальше. Против хранителя сейчас будет и Фрэнки. Так, хранитель. Вот, хранитель включился, как видите. Все, мы об отражении слились просто. Но опять же, смотрите, как мы их нерфили. Так, ладно. Тут все понятно. Сейчас еще один заходик. Надо попробовать где-то так, чтобы хранителя вытащить с отражением. Опять стрелок. То есть вот сборка такая, уже против стрелка вы можете свободно стоять, ломать забор. На, вот, нормально, давай. Ай-яй-яй, чуть-чуть дальше зашел. Вот стрелок, ворожей, хранитель, и они его слить. Вот только аж слили. То есть, если бы у нас был еще дополнительный отхил, он бы без проблем бы затащил. Так, а ну-ка давайте вот тут попробуем. То есть, если вы хотите универсального, чтобы он у вас и урон... Вот нас Ара злобный наказал. А ну без бежит. Если вы хотите, чтобы был универсальный, вот каменка самый лучший вариант для этого дела. Потому что если у вас, смотрите на его жизнь. Если у вас будет там ПВ-шка баз, да, он будет офигенно бить, но урон держать он не будет. Вот Анубис, опять же, стрелок. Самая проблема основная всегда была то, что если есть стрелок, он просто тупо героя унижает. Уменьшает его отхил, забирает энергию. Как видите, здесь это вообще не проблема. То есть он себе стоит фактически с фулл хп. Морозит героев причем. Плюс еще стоит отражалка на нем. В этом как бы и весь смысл такой именно прокачки. Он не будет сливаться. То же самое, в принципе, у него в забытой битве... Там тоже основная проблема, я тестировал и БВшного, и с бастом, и с ожогом. С ожогом еще куда не шло получше, чем БВ баста, а вот каменка еще лучше оказался. Вот все вертолеты, какие только есть, как видите, вполне нормально держит урон. Энергию хоть у него и забирают, но посмотрите на урон по нему. Сейчас, к примеру, кинем ворожая. Вот смотрите, ворожай подошел. Все, с ворожаем просто налегке все. Так, ну-ка тут попробуем. Вот вместе с ворожаем берем. Фрея против нас. Смотрите, как Фрея. Раз, два и все, убила. Убила моего ворожая, просто слила. А вот Бигфут. Смотрите, его жизнь видно, что он делает. Вот вам каменка в действии с максимальными. Давай, тащи их всех. Унижай. Поэтому, как бы, вот такая вот сборка. Сейчас дойдем еще к Фрейе. Интересно будет посмотреть, если, конечно, доживем. Вот включилась у хранителя отражалка. Для БВшного с бастом это была самая большая проблема. Он от нее убивается. Здесь, как видите, он практически не проседает. Плюс, чем больше целей его бьют, тем больше у него отхила.
То есть вот он себе нормально, спокойно выживает. Входящий урон не особо большой. Так, там кто-то у нас не дает ему просто включиться даже. Вот отражалочка включилась. И все равно он не проседает. То есть по урону вообще супер. Я думаю, тут будет вечный бой. Вот видите, немножко крита еще есть на нем. То есть он и критует дополнительно. Тут у нас Анубис. Есть Анубис? Да, по-моему, есть. Че, он Анубиса зарубал уже раз? Красавчик. Сейчас мы попробуем кинуть Ануба. Или давайте попробуем кинуть тыковку. Так, чтобы где-то зацепиться. Вот здесь. Правда, тыковка с доспехом. Надо, чтобы она кого-то ударила. Вот, сейчас Фрейя будет ее выбить. Вот смотрите, уже Фрейя бьет. Видели, как ворожая слили? Смотрите теперь на урон от Фрейи. Просто насрать. Так, кидаем Анубиса, чтобы активировать Фрейю. Смотрим. Там еще и прилетело это от Ары. Смотрите на него. Ну просто жесть. Вот это танк. Вот это кайф. Вот, Рино был, тоже был Бигфут еще один, и Афина. Просто супер. Не знаю, мне вот такая вот сборка нравится больше всего. Конечно, тут можно ставить, есть варианты ставить вместо доспеха победный выпад, но он будет у вас сливаться. Там тоже идет отражение урона 15%, но доспех лучше всего, потому что дает 25 жизни, а он у нас... По жизни, как видите, 301 тысяча, 450, плюс еще 25 накидывается именно чарами. По рунам вариантов очень много разных есть. Можно поставить, потестировать на нем, ну, поставить исцеление. Но лучше всего, конечно, наверное, будет психощит. Исцеление это такой себе талантик. Он для тыквы пока самый такой универсальный. Здесь лучше все-таки, чтобы он подольше стоял. То есть 20% к жизни еще добавляем за счет психощита, плюс имеем иммунитет к различным. Так, противник появился. Скиллами прочему. И можно поставить утекание, тоже вариант хороший. То есть вариантов для его сборки очень много. Но вот именно Каменка показывает себя как самый универсальный талант. Как на нем, так и на многих героях. Вот они его по чуть-чуть заряжают, он отхиливается. То есть, так, пришел Гаргул. Самое главное, чтобы дали сейчас ему заряд, он включился. Видите, в стане стоит, не может активироваться. Так, еще Анубис. Ну, сейчас по-любому должны зарядить уже. А, молчанку кинули. Вот он включился. Вот пошел отхил. То есть БВшный с бастом у вас бы уже за там, 10-15 секунд его бы слили. Этот же просто держит весь получаемый урон и отхиливает себя. Ему просто насрать. Конечно, его тут должны слить. Но опять же, включилась заморозка. Начался набор. Можно поставить его в кубок. Ну, как видите, вот Стрелок, Гаргул, Анубис. Кто там еще есть? Приспешники какие-то, смотрю, тоже есть. Чем больше его бьют, тем больше у него отхила. Плюс они его, опять же, заряжают. То есть Стрелок не успевает убирать энергию. Применять его можно абсолютно во всех локациях, то есть он везде будет себя показывать. Если он в рейде уже у вас держит
нормально дефта на остальных локациях, тем более, потому что в райдах увеличенная атака получается, не такая, как на всех остальных локациях. Ну, в принципе, сами все видите. 3 минуты он отстоял против таких героев. Если, допустим, сейчас выпустить того же самого Некроса, сейчас посмотрим, если он, конечно, их не убьет. Наверное, скорее всего, он их поубивает. Вот смотрите, Некрос насколько начал проседать. Разницу видите, да? Вроде, казалось бы, тоже герой имеет отхил. Но все-таки Бигфут поярче смотрится. Он держит весь урон ихний. Если бы это Некрос держал этот урон, он бы уже слился давным-давно. Смотрите, как он проседает. Некрос посливал их всех. Так. Где применять, в принципе, вы и так знаете. То есть во всех локациях он офигенно смотрится. Давайте сейчас быстренько протестируем его на угольной армии. Вот он у меня стоит. Вот такая вот сборочка. Сейчас мы только на него поставим обратно руны. Вот так. Кто там у нас еще не собран? Так, стрелок ожог, тыковка, Анубис. Сейчас расставим питомцев. Так, этот готов. Так, 2. Тут убираем это, ставим сюда. Хочу сюда поставить такого интересного. Давайте поставим гнев. Так. Снять, чтобы он критовал. Хотя лучше нет, лучше воодушевление поставить. Там будет Афина, плюс она будет дозаряжать. Так, ставим его сюда. Так, этого собрали, тыковка. Тыковку в свиток ставим. Или нет, поставим в кубок, пусть в кубке стоит. Кубок. Так, и кто-то у нас еще Афина, да, не собрана. На Афину поставим вот так вот. Все, сборка готова, поехали. То есть тут тоже у меня были бигфуты, тестировал я и с бастионом на угольной армии, и с бавашкой. Все они, к сожалению, сливались об отражении. Они, конечно, кайфовые, быстро урон наносят, но лучше все-таки, как видите, каменка. Урона меньше, но зато он у вас выживет намного дольше. Соответственно, больше пользы от него.
Так, девятая волна. Чудо, Бигфут у нас жив еще, жив. Ай-яй-яй, видите, разбежались герои все. Ну, в принципе, терпимо. Пока терпимо, 19-я волна. Так, кто у нас слился? Или еще никто не слился? Так, 21-я. Видите, 21-ю затащили, вот ведьмы начались. Вот это самая проблема большая. Эти ведьмы, они вечно мне мешают. Ну вот, 24-я волна. Что у нас будет сейчас рекорд, ребят? Держим кулачки. 658 миллионов. Смотрим. 24 волны это максимальный урон, что есть. Мы взяли топ. Вот так вот, такой вот обзор. Вот вам самый максимальный урон. Можете меня поздравить, поставить лайк под видосом. Ёбнули весь сервак по урону. Вот так вот. То есть, делайте выводы, смотрите обзоры, то вы спрашиваете каждый раз, какой топовый, какого делать, что качать, как качать. Специально для вас делаю обзоры, чтобы вы... Так, ну давай, обновляй уже. Чтобы вы не тратили зря ресурсы и время на прокачку героя, потому что, как бы, возможность донатить есть не у всех, а потерять время и ресурсы это проще всего. $658 миллионов. Вот так вот. Прошли мы угольную армию. Сделали это. Так, а ну-ка, сейчас я перезайду. Двадцать четыре волны. Если бы были дальше волны, мы бы дальше забежали. Но, к сожалению, как видите, дальше волн нету. Все. Первое место. Побежали. Еще тест. То есть, как видите, 24-я волна, а по времени уже как успел. Тоже, опять же, зачем так делать? Сделайте уже по-нормальному. Ну, тут до 21-й волны мы свободно доходим. Дальше были всегда проблемы с демоном. Но с Бигфутом, как видите, проблем особо нету. Он морозит. И самое основное, это 22-я волна. Там вылазят эти ведьмы. Если их не заморозить и не убить вовремя, доставляло очень много проблем. Вот сейчас вот они будут. Вот опять Бигфут заморозил, вообще супер. Ну не заморозил до конца, и нас просто слили. 500 миллионов, это стандартный мой урон. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репостики. Всем по бесплатному Бигфуту, всем пока.